Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Ну, можно сказать, что сегодня я опять веду свой репортаж, можно так сказать, с места событий. То есть сейчас идут реальные поиски семейной пары, которая заблудилась у нас в лесном массиве, практически это край вот тайга, так сказать, местный осинник, осиновский такой треугольник, по аналогии с Бермудским треугольником. Пара семейная, это уже, ну, порядка где-то 60 лет людям. Пятый день поисков. Что вот можно сказать, вот беспечность людей не имеет границ. Мы всегда думаем, что это произойдет не с нами, что это произойдет с кем-то, что уж я-то уже настолько уже подготовленный, а нет, вот посмотрите, люди уже в таком возрасте, и, как говорят родственники, человек приспособленный к условиям выживания, да, то есть знает примерно, как ходить по тайге, ориентируется, не первый год живет в этой местности, а все равно потерялся, заблудился. Собаки, вот мне уже жалко, честно говоря, собак. Акбар у меня хромает, здесь напоролся. Лора тоже уже уставшая такая. Ну вот, работаем, ищем. Что бы мне хотелось бы сказать? Я сейчас отошел от ребят подальше, чтобы, ну, не мешать своей съемкой. Все-таки как-то относитесь к походам в лес никак. Вот вы не по парку же идете гулять. А идете гулять за грибами, вы заходите в глубокую таежную такую зону. Вот сейчас мы ходили, мы, конечно, ходили уже пятый день, представляете, уже тут все обхоженные места прошли, уже ходили по болотистой местности. Ну, реально здесь непроходимая, конечно, тайга. Если человек потеряется, то, ну, достаточно страшно, да, вот находиться вот здесь вот, вот. Тем более столько следов животных, столько следов медведя, которые мы здесь находили. Дай бог, конечно, чтобы люди были живы, я молюсь за них. Но это страшно, это тяжело, поэтому я обращаю ваше внимание на то, чтобы более ответственно вы подходили к обыкновенным, можно сказать, таким лесным прогулкам, как вам кажется, за грибами. То есть, если вы идете на полчаса, то есть планируете далеко от машины не отходить, но мы с вами живем в век информационных технологий. Ну, ладно, там бабушки, дедушки, которые не знают, как пользоваться мобильной связью, и то, имейте в виду, тут правила-то нахождения вот очень простые. Это, ну, далеко не отходить, всегда перекрикиваться, то есть находиться в зоне хотя бы слышимости. Хотя тут буквально 20 метров спускаешься в ложок, и уже своего напарника не слышно. Поэтому нужно находиться в зоне видимости, всегда иметь заряженный мобильный телефон. Когда заходите в лес, ориентируйтесь по солнцу. Ну, я вам еще раз, вот не знаю, какой раз об этом говорю, это, ну, элементарные вещи. Сейчас в магазинах продается очень много, ну, камуфляжной одежды. Она очень выгодна тем, что стирать ее приходится немножко пореже, да. Ну, коль уж вы собрались идти там в тайгу, в таежную местность, вы же не партизаны какие-то, чтобы вас не видели. Поэтому одевайтесь достаточно ярко, чтобы вас было видно. Всегда имейте спички в кармане. То есть, ну, если вы уже зашли в лес, да, ну там для того, чтобы вас было проще обнаружить, а все-таки выдвигается весь арсенал сил и средств, да, поисковой группы. То есть это и вертолеты задействованы какие-то, и беспилотные самолеты выдвигаются, то есть поисковые группы выдвигаются. Если бы у вас уже не смартфон, который поможет вам
сориентироваться на местности, то есть по GPS там, навигации какой-то, то вы можете всегда развести костер, да, то есть и не бегайте вы по лесу, оставайтесь всегда в одной точке, чтобы вас можно было засечь там по телефонным вашим переговорам, и вот по дыму костра, да, вот вертолет вас всегда найдет. Если вы чувствуете, что вы переходите какую-то речку, да, ну, соответственно, значит, если вы заходили, вот, и пересекли уже эту речку, ну, соответственно, не идите вы дальше, значит, вам за зону этой реки, там, ручья этого, двигаться не следует. Ну, мне кажется, это элементарные правила, вот, поэтому я призываю всех своих зрителей, всех людей, которые идут, казалось бы, на получасовую прогулку за грибами, относиться к этому мероприятию достаточно серьезно, потому что и зверь по тайге ходит, и с ориентира сбиться достаточно, ну, легко. Все мы думаем, что это произойдет, пройдет не с нами, это пройдет мимо нас, а потом, как выясняется, что всегда находитесь в зоне видимости, берите с собой мобильные телефоны, спички, запаянные в пакеты. Я сейчас уже не буду там пререкаться с ребятами, которые зажигалки, спички, запаянные в пакет. Ну, это достаточно серьезное мероприятие, поэтому... То есть относитесь очень серьезно, казалось бы, простой прогулки за грибами. Облегчите нам работу, облегчите себе жизнь. Ваши близкие так сильно волноваться за вас не будут, потому что, ну, представьте себе, да, ситуация. Сейчас вот у этой семейной пары, которую мы пятый день разыскиваем, есть родственники, которые переживают, сидят. Так что будьте внимательны. Берегите себя, берегите своих родственников. Берите мобильные телефоны, ярко одевайтесь, заряженные мобильные телефоны, соблюдайте технику безопасности, хотя бы пассивную технику безопасности. Находитесь всегда в зоне видимости, в зоне слышимости, далеко не отходите от своего автомобиля. Поверьте, грибы находят, не надо далеко идти для того, чтобы найти грибы, они находятся рядышком. И коль уж вы заходите за грибами далеко, значит, будьте готовы к тому, что вы можете потеряться. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, будьте внимательны, и у вас все получится. Спасибо.